знакомы, привет! Вы на канале Алиса и Изи. Сегодня я хочу поговорить про одну болезнь хомячков, которая, к сожалению, не лечится. Это старость. У меня, к сожалению, неприятная новость. Мой любимый Степашка приболел. Сейчас я потихоньку покажу вам, что с ним. Я сегодня вернулась из школы, хотела с ним поздороваться и увидела, что под хвостиком у него мокро. Точнее, такие жидкие какашки. Вчера я ему давала тыкву. Наверное, он слишком много съел. И теперь придется убрать весь сочный корм из рациона и сварить ему немножко риса без соли и масла. И еще нужно выбросить из корма все жирные семечки, подсолнуха и кусочки орехов. Степашке уже больше 2 лет. Он уже не молодой. Да, он сейчас реже выходит из клетки и быстрее устает. Я стараюсь его не тревожить так часто, как раньше. Уже редко выгуливаю его на кровати и даю побегать вне домика. Он быстрее устает. Думаю, что так должно стать ему лучше. Вечером, когда остальные хомячки выходят и бегают в колесе, подходят к дверцам, чтобы я с ними погуляла и поиграла, Степашка спит. Встает он позже всех и ложится раньше. Почти все время спит. Корма в норку носит совсем мало. Похудел, и шерстка у него уже не такая густая, как раньше. Вот такая неизлечимая болезнь подстерегает всех хомячков. Чем старше хомячок, тем слабее у него иммунитет. И даже изменения в питании могут привести к болезни. Колесико придется убрать, иначе мой старичок убьется. Завтра посмотрю, может, Степашке будет лучше. А всем хома пока! Здоровья вашим хомячкам и до встречи в следующем видео!